здесь стой. Ну там только вот, вот до сюда вот так залезла. Подожди, тихо, давай откусывать надо, после губ ты есть нормальный. Так а хули выводить надо, что резать? А как ты ловишь обратно-то? Откусывай. А, подожди, а как она? Ты посмотри, ты сможешь другой сторону взять? Нет, конечно, нахуй. Она же просто у тебя выгнулась, а не насквозь. Вот так как? Подожди, стой. Как так можно? Жень, стой, подожди, я посади. Женя, Женя, прости, братка, прости. Ну прости, блядь, чай варить неделю будешь. Ебать, не угорай. Больно, ебало. Че ты хочешь, ты вытащить ему, что ли? Но. Обратно? Вместе с жалом? Ну а как? Ну я обрежу, а дальше что? Да вы охуели, вы ему помогаете, чего гоните-то, ёбан? Жень. Не, ну тут гонишь, не гонишь, давай шапку отрежем. Слушай, что? Давай шапку обрежем. Да хули шапка? Да, стой, стой, стой. Ёбана в рот, нихуя она сидит. Она сидит внутри, я тебе говорю, Жека, ёбана в рот. Обратно, как ты вытаскивать её будешь? Её только прокалывать теперь, сюда выводить. Нет, ты что проколешь, а дальше что? Жало, в смысле, вот так вытащить, обкусывать, в смысле? Здесь обкусывать и выводить, а как ты еще вытащишь-то? Давай кепку разрезать, слышишь? Да зачем кепку разрезать, не надо кепку. А как иначе ты ее снять-то? Че, Женя? Да хули ебать, она сидит, пиздец. Я тебе говорю, что делать, давай кепку режем. Давай в обратку вытащи. Давай кепку режем. Подожди. Мозги не еби. Стой, как тебя в обратку, ты ебанул? Подожди. Не, в обратку не вытащи. Убирался. Так, подожди. Джек, я тебе отвечаю, братан. Надо шапку отрезать, она нахуй не нужна. Она просто мешается, мы ничего не видим. Нахуй косяков пора. Давай. Резать немного, давай ножик. Дрюк.